Итак, здравствуйте. В студии Елена Винник. В России завершаются президентские выборы. До финальной точки голосования буквально пара минут. Участки по всей России уже закончили работу, но страна большая. Еще остался Калининград. Счет уже фактически на секунды. Впрочем, и после этого голосовать еще будут наши граждане в Европе и Америке. Но 21 час по закону уже считается тем рубежом, после которого можно говорить. Выборы состоялись и пора подводить итоги. Именно с 9 часов вечера разрешено сообщать результаты опросов, проведенных на выборах выходах с участков, так называемые экзит-полы. Президента сегодня выбирали в 11-часовых поясах, в которых живут примерно 107 миллионов избирателей. Работали 97 тысяч участков. Впервые голосовать можно было, даже находясь в отъезде, без всяких открепительных. Достаточно было заранее подать заявление в МФЦ или на сайте госуслуг. тех, кто голосовал по месту пребывания, почти 6 миллионов человек. Голосовать стало удобнее и просто. При этом контроль за тем, чтобы выборы были честными и прозрачными, на абсолютно новом уровне. Удвоено количество автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней. Камерами оборудовано подавляющее большинство участков и все территориальные избирательные комиссии. На итоговых протоколах QR-коды. Это позволит ускорить ввод данных и исключить возможность подделки. Именно к содержанию этих протоколов в ближайшие сутки будет приковано все внимание. Подсчет в одних регионах уже идет, в других только начинается. Буквально минуту назад Закрылись участки в Калининградской области. Голосование в России завершено. Итак, первые данные экзит-полов. Повторюсь, это опросы, которые социологи проводили на выходе с избирательных участков. Результаты, как и положено, в 21 час публикуется Российский центр изучения общественного мнения. В ЦИОМ опросил 161 тысячу человек в 81 регионе России. Итак, согласно опросу в ЦИОМ, с результатом почти 74% лидирует Владимир Путин. На втором месте Павел Грудинин, у него чуть более 11%. Далее в тройке Владимир Жириновский, почти 7%. Ксения Собчак на четвертом месте, у нее 2,5%. Чуть более полутора процентов у Григория Явлинского. Борис Титов, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, согласно экзитполам, набирают около 1%. И еще одно исследование по всей стране проводил фонд «Общественное мнение». Его данные таковы. За Владимира Путина 77% опрошенных. У Павла Грудинина около 12%. У Владимира Жириновского около 6%. За Ксению Собчак, согласно экзитполам, проголосовали около 2%. Результаты Григория Явлинского, Бориса Титова, Сергея Бабурина, Максима Суракина в пределах 1% голосов. Результаты основаны на опросе 112 700 человек, которые проводили в 83 регионах России.